Головка на 13. Беру сверлышко на 7. Здесь отверстие есть. Головка Е12. Вот отверстие, куда я вставлял. Натяжной ролик снизу, головка на 15. Также генератор сверху, болт на 13, я его ослабил, выкручиваем, и два болта на 13 снизу. Так, один болт. Второй болт. Нам надо будет вот этот кронштейн снимать, поэтому снимаем генератор. Сейчас проводку отключу, вытащу его. После этого поднимаю автомобиль, снимаю стартер. Вытащил генератор. Ну, как вытаскивать, я уже не стал показывать, там и так понятно. А сейчас хочу показать кронштейн генератора, чтобы открутить. Здесь болт снизу один. Здесь вот он под пальцем второй. Также третий вот здесь вот снизу. И вот видно, сейчас на него посвечу. Вот этот болт на 8. Снять вот кусочек экрана с коллектора, чтобы добраться вот до того болта. Сейчас экран у нас болтик на 8. Вот он, кусочек экрана. И тогда уже сможем добраться до того болта. Потому что экран закрывает, и головку на тот болтик одеть невозможно. Возьму трещоточный ключик накидной.
Одеваю его на болт. Как неудобно по зеркалу. Мозг в другую сторону работает. О, одел. Открутил болт. И получается, что получается? Получается, у нас можно снимать кронштейн. Что-то его еще держит. Так, здесь открутил. Здесь открутил. Здесь открутил. Здесь открутил. Здесь болта нету. А, вот еще один болт. Пятый. Я думал, что пятый это... По мануалу написано 5 болтов. Думал, пятый, который экран, кусочек открутил. Нет, здесь тоже вот он болт. Все. Если так посмотреть на кронштейн, вот так он стоит. Один болт, второй болт. Потом, если поворачиваем вот так вот его, третий болт, четвертый и пятый. Ну и следовательно, шестой болт это кусочек экрана. Вот два болта стартера. Один снизу. Головка на 13, я его открутил. И один повыше, второй, который также головка на 13. Вытаскиваю их, и можно уже отодвигать стартер. Стартер у нас вот с этой стороны, вот он. Также здесь два болта на 8, кронштейн. Здесь стартер уже не родной стоит, поэтому... В сам стартер кронштейн не прикручивался. Не совпадают отверстия. И чтобы нам вытащить стартер, нужно теплообменник. Вот этот вот теплообменник. Откручивать болт и снимать с кронштейна. Вот они, направляющие резиновые демпферы. А болт вон сверху, если посмотреть, вот этот сверху болт М8, он крепит сам теплообменник. Откручиваю его, отодвигаю теплообменник и снимаю стартер. Откручиваю болты демпфера. Головка Е12.
Откручиваем болты на 8. Саму крышку, кронштейны, которые нам мешают для того, чтобы снять. Ну все, по периметру крышку откручиваю. Показывать этого уже не буду. Скажу, сколько болтов на крышке. Открутил 14 болтов на крышке. И 3 болта, вот здесь кронштейн стоял. Теперь пробуем. Так, все, крышка шевелится у нас. Вот и добрались мы до ремня ГРМ. А теперь можно выставлять метки, ставить фиксацию на коленвал. Именно метку фиксации, не фиксация для откручивания шкива коленвала, а именно фиксации меток ГРМ. После этого освобождаем вот эти болты. Снимаем натяжной ролик и скидываем. Ремень быстрее всего мы оставим этот. Посмотрим, в каком состоянии ролики. Ремень прошел 50 тысяч. По мануалу он должен отходить 120-130 тысяч. Я уже голову сломал. Распредвалы я поставил, зафиксировал. Коленвал я зафиксировать не могу. Там идет вот такой специнструмент. Это для автомата. Для механики он идет покороче и смещенный. Это вот для автомата. Фикс. Если я фиксирую маховик, я не могу зафиксировать распредвалы. Они у меня не по меткам, по штифты не встают. Если я фиксирую распредвалы, у меня не попадает метка маховика. Никакой информации в интернете об этом нету. Мало того, здесь снизу на шкиву нарисована старая метка маркером. Сейчас покажу ее. Вот это вот старая метка маркером, и старый вот, она уже подсыпалась на самой шестерне белая. Кто-то уже метку эту ставил, и ставили-то ее не просто так, видать, ремень меняли. Но что смотрел, где фотки у меня попались с сайтов, вот эта маркировка, вот этот штамп, он должен стоять вот здесь вот. Параллельно вот этому масляному каналу. Здесь он смещен вправо. Вот если я этот штамп поставлю, как он на фотографиях есть, тогда у меня маховик сойдется. Но получается, что метка стоит на зуб, коленвал по ремню не установлен. И сейчас есть вот такое желание. Притом ошибок-то не было ни по фазам, ни по работе. Автомобиль заводился идеально, работал идеально, расход минимально, тяга отличная. Но по меткам выставить не могу. Я уже 2 часа танцую вокруг автомобиля, уже это видео не снимал, думаю, когда эти поставлю метки, покажу.
Не могу выставить, и все. Сейчас протру здесь, обновлю вот эти метки, которые нарисованы. Сниму ремень, верну на зуб коленвал назад, тогда у меня совпадет метка по фиксации маховика. Хочу поставить ремень на место, этот же сейчас накинуть, снять штифты фиксирующие и провернуть 4 раза коленвал. Вот такое сейчас буду эксперимент пробовать. Но я с таким еще не сталкивался. Я, правда, и Discovery еще ремень не менял. Но вот такой геморрой попался. Пробую. Ослабляю натяжной ролик. Скидываю ремень и пробую вернуть коленвал на один зуб назад. А после этого подниму автомобиль и попробую зафиксировать коленвал. Так. Ну вот так как-то. Поднимаю автомобиль. Здесь очень неудобно, но я все-таки постараюсь показать. Это вот отверстие под стартер. А вверху, вот выше, вот его видно, это отверстие под специнструмент. И он там, если снизу приглядеться, вот так вот, если приглядеться, есть отверстие. Так вот, в данный момент у меня получается, что все встало по меткам, и можно установить заглушку. Не заглушку, а вот этот штифт. Сейчас попробую его поставить. Одной рукой держу камеру, но если что-то будет плохо видно, не обессудьте. Так, вот я ее поставил, но в отверстие она точно не вошла. Ну, потому что я наугад на зуб провернул. Сейчас я немножко верну коленвал по метке назад. И она встанет. По-моему, перекрутил. Все. Вот он. Штифт встал. Маховик зафиксировал. Сейчас я, пока болт не прикручиваю фиксации. Ну вот, если приглядеться, вот он стоит. Все, он в отверстие вошел, и он зафиксировал его. Сразу извиняюсь за качество съемки, здесь по-другому не получится. Теперь опускаю автомобиль и смотрю, как стоит у меня коленвал. Вот, как я и сместил, немножко, чуть-чуть я вернул назад, переборщил. Получается, на пол зуба коленвал не совпадал. Чуть больше, чем на пол. Ну, чуть больше, чем на пол зуба. От чего такое смещение? Ремень потянулся. Что произошло? Должно было все совпасть. Ремень пробежал всего 50 тысяч. Неужели он настолько вытянулся за 50 тысяч?
что такое смещение получилось. Сейчас я накину на место ремень. И попробую провернуть коленвал. Установил я старый ремень на место, чтобы проверить метки. Снизу, как я и говорил, он зуб. Так он у меня зуб и смещен. Штифты я снимаю. Натяжитель я взвел. Как я это делал, я пока не показал, потому что я заменю маслонасос и заново буду натягивать и устанавливать ремень. Ролики поменяю, все-таки решили заменить ремешок. Этот ремешок подтянулся, из-за этого все смещения. Но изначально, когда меняли ремень, не фиксировали коленвал. Просто нарисовали метки и по старым меткам установили. Установили из расчета, что ремень потянулся и метки ушли. И они взяли по старым меткам, сделали установку. Фазы они тоже не откручивали, не смещали. Я их сейчас ослабил, потому что у меня ремень не вставал по этой метке. Я их ослабил, установил ремень и подтянул. Сейчас поднимаю автомобиль, снимаю фиксатор коленвала и прокручиваю коленвал. 4 оборота.